Добрый вечер, господин Георгиев. Много приятно видеть вас в Челябинске. Ваши впечатления о пребывании в Челябинске, об этом городе? Я понимаю, что вы недолго здесь, но все-таки. Мне здесь очень понравилось. У нас не было времени так прогулять из города. Были немножко в центре. Все было очень хорошо. Вы первый раз в Челябинске? Да, первый раз здесь. Ваши впечатления о обстановке вокруг чемпионата мира? Ну, обстановка очень хорошая. Здесь очень так хорошо встретили нас. Все было нормально, все было супер. Сегодня состоялся первый день, 60 килограмм. И боролся представитель Болгарии Янислав Герчев, да? И как вы оцениваете его выступление? Он хорошо отборолся первый матч. На второй матч тяжелый жребий выборол с японцем. Так он тактические задачи ему было трудно исполнить. И, конечно, поэтому он проиграл. Хорошо стоял на татаме. Uh-huh. Как вы думаете, есть ли вообще какие перспективы в дальнейшем у команды Болгарии на этом турнире? Еще будет бороться Евлина Иванова и Мартин Иванов, да? Да, Мартин, хороший шанс есть у Евлина Иванова. У нас сейчас хорошая форма. Если все будет нормально, будет второй матч тяжелый. Представить только Канаду. Uh-huh. Она очень сильная. Если она выиграет, она уже призовое место. А Мартин Иванов трудный? Мартин Иванов, я думаю, что его первый матч будет очень тяжелый. Он, не знаю, там трудно сказать, но я думаю, что трудно может тоже быть в этой встрече. Но состязание все может быть, да? Да, ну это соревнование, что надо выходить на тот данный, показать все, что может. Предстоят еще 6 дней соревнований. На ваш взгляд, такой небольшой блиц-опрос. 66 килограмм. Как вы думаете, кто будет чемпионом? Я думаю, что сейчас будет японцем. 73 килограмма. 73. Не знаю, это будет трудно скажется. Там много есть дзюдисты, которые могут выиграть. 81 килограмм. Не знаю. 81. А как хорошо? Я думаю, что 81. Нет, не знаю. Не могу сказать. А как вы думаете, в 90 килограмм? Не знаю. Скажет, тяжелый вес, да. Думаю, что там может скажет. А как вы думаете по поводу Тедди Ринер? Сможет ли он в очередной раз завоевать титул Святого? Я думаю, что он будет выиграть. Это будет выдающееся достижение вообще в мировой истории. Не знаю. Трудно будет каждому 8-9 раз выиграть. Что вы можете пожелать спортсменам-участникам соревнований чемпионата мира? Я могу пожелать удачи и все лучшие подготовленные выиграть. Спасибо большое. Удачи.